Вот вы говорите, что лестницы, да, всегда опускают, понимаю. Можно нет на равновесие? Или как нет. На баланс какой-то прийти? Нет. То есть если... Вы можете стремиться к балансу, стремиться, но прийти в полный баланс невозможно. Поэтому принимайте как есть. Вы сейчас переживаете, а вдруг у меня разрушится семья. Не надо переживать ни о чем. Вас успокоить? Я должен успокоить вас просто. Вас, ваша семья вот эта, да, вас молодым человеком. И вы переживаете за нее сейчас на лекции, да? Поэтому вы меня спрашиваете. Не будет. Вы руководители оба по природе. Вам надо кем-то руководить. Если вы не будете людьми руководить, вы будете мужиком руководить. Он замучается просто. Она вас замучила руководством, нет? А? Иногда уже замучивает, да? Руководит много, да? Она природа руководителя, женщин надо куда-то девать. Не станьте, не делайте бизнес основой своей жизни. Просто работайте, трудитесь. Создавайте свое что-то. У него тоже природа руководитель. Оба у вас одинаковая природа. Я поэтому не говорю, что если вы приходите, или как, ну, не отпускать друг друга, а именно поддерживайте только. Не опускать друг друга означает принимать друг друга. Вот, допустим, он ранимый, очень обидчивый человек, допустим. Принимайте это. Дайте ему возможность быть таким. Она, допустим, очень категоричная, ей надо вот все вот так вот, чтобы никак. Принимайте ее такое, она ничего с этим не сделаешь. Категоричная, вот категоричная, значит, вот такая, такой характер. Принимайте друг друга, это называется любовь. Дайте возможность друг другу быть таким, какой есть человек. Ничего страшного, это хорошо. Вас все будет хорошо.